А что это за звук? Это космический барсук. Привет, дружочек. Наконец-то вышла новая карта. Сегодня мы поиграем на ней. Держись крепче, мы начинаем. У меня нет кнопки обновления, Лайм, так может ты уже обновился? Говорит, я взяла карточку. Ебой, но... я убийца! А зачем она это сделала? Что за бред? Я карточку юзнул тоже, не волнуйся, пенечка. Будем мочить. А, сантехника хорошо. Зато... А где сантехника? Зато о, сантехника, карточка. Да, реально. Зато у меня есть карточка, последняя. Так что я ее юзнул. А зачем? А здесь не сразу знаю. Три, походу, а здесь всего две сантехники, да? Почему-то вы у меня телепортируете. О, режим инвиза. Режим инвиза. Ты ж карточку взяла. Она, может, соврала? Пельмешка, ты не соврала? Убей меня через стену, пельмешка. Ой, здорово. Через стену меня убей. Через стену не убивается? Не убивается. Это как... текстурок, не знаю. Ладно. Короче, хитбокс. Так. Может быть, хитбокс тупо не достает, да. А то бы еще через стену бы телепортировался, да, Катя? Пистолет. Опа, тут новое задание какое-то. Ружье, пистолет. Нужно отпечаток найти, у меня ружье. Обманываешь. Нет. Честное слово. Ты просто уже знаешь, что тут ружье, поэтому нет, ты вот меня ружье. Втираешь мне просто, типа, в доверие входишь. Я вообще не тебе это говорил, а Кате, да. Долго делал. Так, я рассматривал его для превьюшки. Так, вот здесь какая-то фотография. Ее надо поправить, скорее всего, да? Как же они долго открываются? А, нет, это Козловский. Это жесть. На книжке. Я считаю, что Юся убийца, потому что она говорила, что я ее обманываю, а потом пошла, убила и зарепортила. Отвратительная теория. Но в этом есть доля правды. Я думаю, это Квизи. Квизи, ты офигел? А я Квизи не слышу, поэтому я ее не подозревал. Владимир Николайчук, я тебя сейчас временно замутил, потому что ты что-то слишком много спамишь. Я кого-то слышу. Это я, бык. А где ты, Анна? Я на пастбище. Кстати, задание. Мистер Козлоу где-то во Вьетнаме! Мистер Козлоу во Вьетнаме! Капец. Мистер Козлоу во Вьетнаме, оказывается, служил. Привет всем тем, кто на стриме. Давненько я не был на стриме Барсука. Фика-пика, привет. Нам нужно найти отпечаток, пока меня не убили. Опа. Кристина... Ну, Ёк-макарёк, почему опять уведомление не пришло? Не знаю. Не знаю, почему вам не приходит уведомление. Я выложил анонс. Юси хочет меня убить. Юси хочет меня убить. Я поддерживаю. Поддерживаю её. Пусть убивает. Пошли, найдем ее. Опа. Пельмешка из всех люков, которые могли... Из всего... Это пельмешка. Так, а кого убили? Ты пельмешку? Да. Нет, пельмешку. Нет, пельмешка убила Голда и прыгнула в люк. И сама призналась. Ну это достойное уважение. Ой, что это за задание? Что, в террарию ты имеешь в виду? И что именно ты не можешь, ты объясни хотя бы, а то я тоже не понимаю, что происходит. Я не могу всем дать все, что они хотят. По возможности, как бы тоже, да? Так, тут карта, вот это новое задание, да? А, нет, это опять мистер Козловский. Ну-ка. А, это карта зоопарка. Это карта зоопарка. Что-то заданий много, да? Или я их вообще не выполнял просто? Ну, эта карта не такая уж и огромная. А вот просто... просто ты тут непривычно, понимаешь? Просто... Вот задание с мистером Козловским. Так, Козловский. Раз, два, три. Она там то же самое говорили про отель, что он огромный, хотя отель меньше, чем особняк. Дай послушать.
этот вот свет чинить, там, ну, недалеко от него, около речки, в кустах лежит балдёжник. Чё, может быть, Квизи нас увидел с Юси? Там Юси была. Где? Я не видел. Я видел Квизи, она починила свет и как раз таки уходила. Я сверху бежала. Просто Квизи не повезло с тиммейтом. То Квизи вторая. Чё? Не повезло тебе с тиммейтом. А, ну классно, опять, да. Давайте, ну, вот, Барсук, еще скажи, чтобы они все меня толпой забыли. Голосуйте в Квизи. Кого вы голосуете? Нет, Квизи? Вообще подозрение на Катю. Ну, ладно. Катя же инспектор. Я инспектор вообще-то. А, Денис, да, отвечаешь. 12, ты откуда бежал? От убийства, конечно. Он снизу. Сейчас, короче, проверяем меня. Если это не я, то либо 212. Да мы тебя кикаем. Нет, мы его не кикаем, давайте скипнем. Поздно. Поздно. Вики, твой враг уже повержен. Голосуй в Квизи. Я не буду так делать, я скипну. Как интересно. Я знаю, что у нас один убийца. Я знаю, что надо было саму заснять. Что изменили в игре? Вот, да, новая карта очень полностью. Интересно. Вот очень Квизи, интересно. 212, тут Юси была рядом. Юси может быть убийцей. Юси, она снизу со мной пришла. Да, 12 или Барсук теперь? Нет, я шел, ты за мной шла, о чем ты? Юся, я смысле, с тобой снизу, снизу пришел. Мы были снизу с 12-м, а так я сверху. Тоже снизу шел вообще-то, алло. Значит, это Квизи, а чем вот мы ее не выгнали? Это что за кулич такое? Надо было что гнать Квизи, я вам сразу сказал. Где там колокольчик? Мирасик, давай. А ну зайди в кусты, смотри, у тебя глаза светятся. А, у меня же этот, у меня же спец этот. Глаза светятся, класс. Ну они и так светятся. А так не светятся, да, а так светятся. Они в темноте светятся, значит, когда свет включают. Прикол. А там аватарку вот эту. Так, я на рыбалку, короче, вот пошел. А, прикол, это рыбалка. Это да. Классная карта, веселая. Это мне нравится, когда в кустах не видно, а потом раз видно. И ники пропадают. Я, блин, отвлекся. Сейчас Квизи убьет Катю, и мы ее зарепортим. Давай, Квизи. Это Юси убьет Катю. О, она так, блин, я Юси убить хотела. Почему я Катю убила? Катя, под ноги, не лезь, пожалуйста. Я хотела убить Юсю, убила Катю. А почему вы не кикнули Квизи в прошлый раз? Я не знаю. Я ее пожалела. Пожалела! Я думала, ты ее заметила. Ну это классический режим. Не так уж плохо получилось. 1 февраля 2022 года карта выйдет, так она уже вышла. Она выйдет типа для всех 1 февраля, а сейчас она уже у нас вышла. Сейчас уже карта вышла, так что заходите и сыграем все. Прощаю тебя, Барсук, у всех бывают глюки. Так а чё, это не глюки, типа ты просто вышла оттуда, откуда должен был выйти убийца. А я сыщик, да? Ты вышла оттуда, откуда должен был выйти убийца. Чё, с первого раза опять угадаю или нет? На, вот здесь. Нет, значит вот здесь. Короче, я пошел все ломать, ледокольчик. Я тогда с первого раза угадал. А вот она. Где тут люк? Так, там ящерица, там голд бегает. Мила, по-моему, чинит, да? Нет, он сдох. Ну чё, Мила, как дела у тебя? Злой сок только что убил крокодила. Да, я тоже. Я сыщик, он на свету убил его. А, я понял, сыщик. Знаешь, Мила, а почему я тебя увидел? Потому что ты розовый. И ты в траве хорошо виден. Кто на камерах стоит? Я стою на камерах. Я тоже. Квизи еще приходил к нам. 12 человек на голову Барса, йо-хо-хо, и бутылка рома. Ну, вопрос в том, что, видишь, как бы это, типа, 12 не 12, вопрос в том, что одного мы уже выкинули, да? Все. Ну, вот эти вот, это достаточно имбовые люки, но, с другой стороны, тут вот эта трава, с ней вообще можно прям подставиться конкретно. Не знаю, кого там кикают, я все прослушал, я скипнул. Хотя можно было бобра убить. Я тоже вернулась, взрывала особняк. А, ты взорвала особняк, ничего себе, слушай. Это достойно уважения. Так, вот здесь кто-то бегает. Вот этот кто-то, это Голд.
Он еще по первому киллу у меня вызвал подозрение, он не бежал на свет. Я туда не пойду, извините. Гол чини сам. Где тут люк? Где ближайший люк? Где люки расположены, а? Так, гол в траве. Он где-то тут вот. А, это бегемот. Медведя убили. Это голд. Это голд, короче. Голд убил медведя. Голд единственный там был. Подождите, я убила 212-го. Он там либо выполнял задание, либо пытался от трупа убежать. Я это... задание делал. Так там 212-й ну, короче, был. Он голд, очень когда первый свет выключили, стоял. Голд не бежал на свет вообще. Так я задание делал. Да кому ты рассказываешь, что ну. Ёшек нет, подождите. Вам рассказываю. Ну, короче, это голд убийца, алё, проснитесь. Голда, на сыщик говорит. Там рядом был. Я вообще не понимаю, о чем вы. Где труп вообще? Потому что ты убийца, понимаешь. Труп там, где я его оставил голд. Так она не бегала возле трупа, она просто там. Она бежала справа. Не, они, короче, тут оба были, непонятно. 212-й квизи под подозрением. Но голд слишком молчаливо вылетел, значит, он точно убийца. Ну вот здесь засычка. Слишком имбово, ты всю карту видишь. Ну слишком быстро, блин, непонятно. Кто это? Это оладушек, да? Проверка. Это оладушка, реально. Но оладушка... Оладушка свой человек. Так, ну чё, бобёр убил скелета? Так, бобёр убил скелета или скелет бобра? Скелет убил бобра, это квизи. Значит, тот труп тоже квизи сделал. Это квизи 100%. Нет, тот труп я не делал, тот труп сделал голд. Рядом а был невидимка, если что. Ну всё, мы выиграли, мы минус 3 сделали. Ничего себе, 3 из 3. Ну, неплохо. Но тут слишком имбовый сыщик. Блин, а вы меня кикнули, а там 212-й прям возле медведя стоял. Ну так это ты убил, ты запалился по первому я самому. Я убил, но 212-й прям возле да при чем тут 212-й? Ты убегал от света, когда первый свет погас. Так мне надо было в другой конец карты идти с светчиком. Так ты был в другом конце карты и бегал совершенно неестественно, я же так сыщик. Так я через мостик был. Слишком поздно. Ну вот эта катка мне понравилась, она нормальная. Мне карта понравилась. Надеюсь, тебе тоже. Теперь будем играть чаще. Так что жми подписку и колокол, чтобы не пропускать. А также не забывай поблагодарить топ-донатеров. You are beautiful.